Итак, друзья, наши соревнования подошли к концу, и сегодня я познакомлю вас с великолепной семеркой Бейблейдов Бёрстов. Но перед тем, как я продолжу, друзья, турнир 21 сентября, торговый центр Нора, на мой день рождения, друзья, закупочный чемпион Москвы, становись, приходи, море подарков, викторины, куча всего интересного тебя ждет 21 сентября в торговом центре Нора, ссылка в описании. Итак, чемпионы. Гранд Валькири, к моему удивлению, сегодня прям показала себя она на высоте. Ну, не сегодня, а вот за эти дни. Гидра, Пойзен, прикольно. Такая вот кастомная такая сборочка у нее. Шторм Пегасис показал себя очень даже хорошо. Ревайва Фениксушка показал себя вообще блистающе. Ревай Феникс вот такой. И еще... Арчер Геркулес показал себя сегодня тоже довольно-таки неплохо. Ну что ж, погнали играть в Бейблейд. Первый соперник — это Феникс и Арчер Геркулес. Бейблейд. Ну что там? Интересный бой, друзья. Интересный батл. Все, друзья, проигрывает Феникс. Давай еще один бой проведем между ними. Я думаю, это будет справедливо. Бейблейд. Взрывной финиш для Геркулеса. Я думаю, это финал. Я думаю, это для Геркулеса на сегодня закончилось. Но это было мощно. Да, возможно, взорвался об арену. Да, возможно. Но я его скипаю, потому что Феникс сегодня был, ну, сильнее. Ну, на полном серьезе, Феникс был прям сегодня мощнее. Давай дальше. Шторм Пегас против Феникса. Дамы и господа. Бейблейд. Проигрывает Шторм Пегас. Следующий батл. Так, 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 друзья мои, товарищи, что происходит? И снова Шторм Пегас проигрывает. Я думаю, на этом для него сегодня игра закончилась. Следующий соперник. Гранде Валькири, товарищи. Бейблейд. Бёрст. Так, 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 так. Так, 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 так. Если вам интересно, что я делал за кадром, я разбираю волчки по моим коробкам. И смотри, Феникс, я не первый раз вижу, что проигрывает Гранд Валькири. Давай дальше. То есть, получается, Гранд Валькири может удалить прошлых соперников Фафнира. Ой, Феникса. Бейблейд. Смотри. Не может Феникс одолеть Космо Валькири. Представляешь, что мы нашли? Просто уничтожает ее. Ну-ка, да, еще раз. Друзья, если бы мне кто-нибудь сказал, бро, выбери из всех волчков вообще в мире бэй, который может одолеть Гранд Валькири, который может одолеть Феникса, я бы не поверил, что это будет Гранд Валькири. Не поверил бы ни за что. Но вот сейчас уже 2-1 становится на счет. И Феникс отправляется моей домой отдыхать. А Гранд Валькири будет биться дальше. Следующий раунд. Пойзен Гидра. Выбивание с ринга. Следующий раунд. Бейблейд.
И все, 2-0. Получается, и Гидра, по идее, должна одолеть Феникса, раз поиграл этот. Но, увы, нет. Увы, нет. Она не сможет одолеть этого... А с кем был бой, я уже забыл. У этой самой, у бабы. У Гидры. Феникса Красного она, к сожалению, уже не одолеет ни за что. Хотя, по идее, победила Гранд Валкири. Не знаю, что. И вот мы это сейчас проверим. Дед Феникс. Все, Феникс готов, друзья мои. Вот такой вот вид. Подписывайтесь на класс, ставьте лайки. Всем пока-пока.